Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воинков. На этой неделе мы рассказываем про плитку от белорусских производителей. Сегодня мы поговорим о интересных декоративных решениях. Плитка под кодовым названием «Кабанчик» всегда была актуальна в интерьере, но сегодня все больше набирает популярность и при этом хорошо представлена у белорусских производителей. При помощи такой плитки можно оформить как всю стену целиком, так и зону на кухне, которая называется «Скинали». А также она прекрасно комбинируется с вариантом цифровой печати, что подчеркнет яркий элемент, например, на вашей кухне. Стеклянные фризы хорошо дополнят любую фоновую плитку. При этом их можно использовать не только горизонтально и вертикально. Можно придумать оригинальные диагональные композиции. Мозаика всегда использовалась в дизайне интерьера для декора, и в Беларуси она тоже прекрасно представлена. Помимо большого количества цветовых сочетаний, есть еще и разные форматы. Обратите внимание, в Беларуси производится не только ровная плитка, а есть еще и варианты с глубоким рельефом. Такие решения действительно хорошо подойдут в качестве декора. При помощи гидроабразивной резки можно получать прекрасные, великолепные декоры. И здесь белорусы проявили себя с лучшей стороны. Струей воды под высоким набором специальное оборудование позволяет создавать такие прекрасные витиеватые узоры. Такое панно хорошо использовать как на полу, для того, чтобы подчеркнуть входную группу, композиционный центр. Также его можно использовать на стене и даже, например, на потолке. Декоративные элементы – важная часть любой коллекции плитки. И здесь наши родные производители нас абсолютно не подводят.